Вітаю, непереможний вітер продовжує свою роботу. Продовжуємо разом вчитися в умовах війни і інформувати вас про найважливіші події, що стосуються Кіровоградщини. І сьогодні ми вийшли на міжнародний рівень і спілкуємося з кропивничанами, з українцями, які проживають сьогодні за кордоном. І з нами на зв'язку сьогодні кропивничанка, яка дуже давно виїхала з Кропивницького, тоді ще з Кіровограду, колишня танцівниця славнозвісного Ятрині, Ольга Хамінська, раніше її знали, як правильно, Оля, я кажу? Правильно. Зараз правильно. Ольга Дюбуа, вона проживає у Франції. І сьогодні ми про війну з Росією поговоримо і про те, що у вас відбувається там, що знаєте ви і про що думаєте, і що робите для того, аби наблизити нашу перемогу. Оля, вітаю в нашому ефірі, дуже рада, що ви приєдналися до нас. Да. Спасибо. Но для всех, конечно, как я думаю, для всего мира, для всех нормальных людей, это шоковая ситуация, которая абсолютно как бы люди в непонимании. Я не могу сказать, что здесь в страхе, но в этом непонимании вот этого беспредела, который происходит со стороны, скажем так, на Украине, со стороны агрессора России. То есть шоковое состояние, независимо даже от расстояния, скажем так. Но помочь на расстоянии всегда сложнее, чем когда ты рядом, но все равно объединяются люди, скажем так, спрашивают, чем помочь, как помочь. Мэрия, это как у нас, администрация, скажем так, городские администрации, отправляли уже несколько, скажем так, караванов, как говорят, с медикаментами. Я не знаю, по линии Красного Креста, скажем так. Вот. У меня как бы вообще просто близкие друзья, знакомые собирают какие-то там, то, что могут, скажем так. Готовы принять людей. Вот, очень многие семьи, которые заявляют о том, что они могут принять людей на время, сколько нужно, скажем так. Вот, и понимают всю эту ситуацию, что есть, конечно, очень много людей, которые не могут выехать, потому что у них родители, дети, там, люди пожилого возраста, скажем так. Но тот, кто может спасти детей, тот, кто оказался в районах, которые, скажем так, оказались под бомбой, под этим градом бомб, прекрасно понимаю, что люди спасают не только их жизнь, а прежде всего жизнь детей, и что это какая-то просто нечеловеческие, просто то, что происходит, может сделать не человек, просто вот него не может быть ни мама, ни папа человек. То есть это даже вот слово найти сложно для того, чтобы как-то обозвать действие, скажем так, обозначить и обозвать того человека, который мог вот это вот, ну, как бы сотворить, скажем так. Я Оля, говорю. А ви, коли от вже пішло повідомлення про те, що сталися перші бомбардування України, як ви дізналися про це? Чи можете пригадати свою першу реакцію? Що ви зробили в той момент, от коли прийшла перша звістка? Я узнала об этом, мы знали, что ситуация такая достаточно накаленная, скажем так, вот, но все надеялись на какой-то здравый смысл, и 24 февраля мой супруг зашел в спальню, и началась война. Вот, у меня, конечно, шоковое состояние, война, ну, какая реакция? Я сразу позвонила родителям, у меня родители в Кировограде живут, и они даже, я их разбудила с этой новостью, потому что и такая пауза, скажем так, непонимание, что такого быть не может. Ну, вот, я говорю, включите телевизор и посмотрите, потому что вот война, как так? Ну, в общем, недоумение какое-то. Это растерянность, возможно. Вот, что делать, как помочь, и не только моим родителям. Я как бы начала обзванивать сразу всех моих, мои знакомства, мои друзья, да. Вот, и у меня по Украине очень много, скажем так, ребят, которые остались и в Харькове, в том же Харькове. То есть у меня они на связи были по 3-4 раза в день. То есть как вы там, что вы там. В Кировограде, даже вот там, господи, Киеве, естественно, потому что я какой-то жила в Киеве до того, как уехать во Францию. Поэтому я как бы с этими людьми была постоянно на связи, говорила, давайте приезжайте, чем я могу помочь, как я могу помочь. Вот мы примем, мы встретим, мы найдем выход. И как бы вот, чем я сейчас и занимаюсь, скажем так. Вот, даже помогая людям,
Я не могу помочь всем своим, потому что не все хотят уехать, не все могут уехать. Но даже незнакомые люди, которые обращаются, я пытаюсь помочь всем. Ну, всем. Оленька, а давайте скажем, где вы зараз... В силу своих возможностей. Где вы зараз саме проживаете и чи багато до вас уже прибуло украинских родин? Ну, я живу в Бордо, возле, скажем так, в предместьях Бордо. Вот. У нас очень... Я знаю, что... Лично я живу в 30 километрах. Вот наша коммуна приняла уже две семьи. Коммуна, которая к нам близка и находится в 20 километрах, я туда распределила уже 4 семьи. Там 3 человека, 2 человека, еще 2 человека. Из них семья из 3 человек с ребенком 9-месячным, девочкой. Вот. Еще одна непосредственно коммуна, скажем так, где я работаю поближе. Мы взяли тоже, я к себе взяла еще одну девочку лично к себе, ну, к нам домой с ребенком 7-летним. Вот. И еще одна семья, там 3 человека и 2 человека в другой коммуне. Ну, скажем так, вот. А скажите, пожалуйста, украинцам, что потрібно для того, аби приїхати до вас, що вони мають з собою, ну, мати, які документи, які вони можуть отримати, яку допомогу можуть отримати саме від... Люди, которые приезжают, они как бы вообще, могут вообще ничего не иметь, потому что некоторые уезжают вообще без ничего, скажем так. Паспорт, то есть или загранпаспорт, вот этот биометрический паспорт, или просто наши документы, которые потом оформляются в консульстве во Франции, скажем так, введены такие административные, скажем так, положения. Люди получают статус переселенца, да, это не, ну, то есть не беженцы, а переселенцы. Этот статус минимум получают на 30 дней, потом это продлевается до 3 месяцев и максимум до 3 лет. Я, конечно, надеюсь, что война не будет длиться так долго, потому что это просто, ну, это невозможно. Просто вот, ну, это лично я бы... И все, кто приезжают с первым желанием уехать как можно быстрее на Украину, вернуться. То есть это нормальная реакция людей, потому что люди оставили свои дома, может, даже те, кто и не оставил ничего, но все равно хочет вернуться на Украину. Какая помощь? Здесь социальные службы организовываются, скажем так. Людям дают продукты питания, да? Семьи, в которых живут переселенцы, скажем так, да? Вот, оформляют документы, заполняют там административные документы, которые отправляются в префектуру. Префектура — это как, ну, главная администрация, скажем так, вот, которая потом тебе назначает встречу, и после этого оформляются какие-то документы на получение каких-то пособий, я еще, если честно, не знаю, сумма, да, там, медицинское обслуживание бесплатное. Вот сегодня я, буквально сегодня была у доктора с моими родителями, где нам выписали все их необходимые, скажем так, ну, рецепты, скажем так, и в аптеке с нас не взяли ни сантима. Вот, ну, это наверняка для всех, не наверняка, а это для всех бесплатное образование для детей, бесплатное лечение для всех тоже, вот, социальная помощь и право на работу. После того, как получают, скажем так, какой-то документ, да, официальный уже, вот, где у человека появляется статус вот этого переселенца, люди имеют право работать. Но не все так просто, потому что, чтобы работать, нужно знание какого-то, как минимум, каких-то там азов, да, французского языка, но я могу сказать, что тот, кто хочет, учит слова и уже через 2 недели уже говорит на французском чуть-чуть, ну, Вася, ну, у меня такой случай есть. Вот семья, которая у нас живет, уже как минимум 50-60 слов в вокабулярном аппарате, в общем, в запасе, скажем так, присутствует. Вот. Организовывают курсы на базе мэрии по изучению французского языка с картинками, как вот, как для первоклашек. Да? Вот. Оль, ну, а я так розумію, що люди можуть приїхати до вас, і це, як правило, люди, яких розселяють по французьких родинах. Чи є якийсь гуртожиток виділяють? Ну, от, як саме? Ну, в наших городах, в больших городах, возможно, виділяють якісь общежития, какие-то центры, к примеру, по приему, да, вот беженцев. Но у нас маленькие городки, поэтому здесь более семейно, скажем так. Наверняка, я знаю, что вот по линии церкви приезжают люди, вот церковь их размещает в какие-то там, ну, паруа, я не знаю как, вот, и помогает.
наверняка есть какие-то центры. Я, если честно, занимаюсь, ну, как занимаюсь, помогаю расселить в семьи, людей в семьи. И это неплохо, потому что люди помогают выйти из этого состояния шока и как бы, ну, готовы принимать и, ну, как бы, защитить этих людей, да, и когда ты не сам, а когда ты с кем-то, мне кажется, так легче пережить вот это вот состояние неизвестности, состояние страха, и, ну, французи допомагають дуже сильно. Ну і розгубленості, напевно. Оль, ну зрозуміло, що наші люди налякані, розгублені. Вони багато хто втратив вже домівки, багато просто хто поїхав, просто аби убезпечити себе і своїх дітей. А от французи, у вас, напевно, є багато друзів французів, ваших знайомих. Як вони реагують на цю ситуацію? Як вони висловлюються з приводу ось такої війни? І що вони кажуть? Чи, ну, от, які ви помічаєте настрої в суспільстві, саме у французькому? Французы, ну, во-первых, что на нас напал, на Украину напал сумасшедший человек. То есть это первая реакция, что человек потерял разум, да, вот, ну, как бы, и там окружение. Вот, что мы уже 80 лет не знаем войны, как бы, реакция, и как в наше время вообще такое может произойти. То есть вот такое вот недоумение и... Вот. Кто-то предлагает помощь финансовую, но кто-то предлагает вот, другой вид помощи, скажем так. Вот для них недоразумение, как это может случиться. Вот люди в таком состоянии. И вот даже иногда спрашивают, а что, действительно на Украине есть нацисты? Я говорю, ну вы что, говорю, вообще что ли, ну какие нацисты? Нет у нас нацистов, у нас их никогда не было. Я привозила... друзей на Украину, французских друзей, три семьи. Это наши друзья, которые, говорю, вот ездили, и мне говорят, а что говорят все время о нацистах? Никаких нацистов на Украине нету. А ну, ось вот про цих вот... нацистів, вони звідки дізнаються? Це вони раніше дивилися російські канали, телебачення, і зараз звідки вони черпають інформацію? Нет, не обязательно, но вот по телевизору идут титры. Путин напал, потому что он ведет военную операцию демилитаризации и денацификации. Поэтому люди себе задают вопросы, а что, есть нацисты? Я как бы людям объясняю, говорю, ну в любой стране, в той же России, то есть как бы есть какие-то партии, меньшинства, правильно, которые там правые, да, экстрем правые. То есть они в любой стране есть, но это же не общее, как бы, скажем так, представление о стране. Але це не привід бомбити, да, саме російськомовні міста і саме ті, що... Да, я говорю, возможно, ну, правительство, любое правительство, даже самое, я не знаю, какое там, делает какие-то ошибки, говорю, в любой стране есть ошибки, но, говорю, эти ошибки исправляют внутри страны, а не нападением одной страны на другую. То есть вот это непринятие Путина, скажем так, вот, целостности Украины, оно шокирует. То есть они говорят, вот захотели, что и на нас напасть могут. Я говорю, ну, в принципе, да. Ось так, да, це було в мене наступне питання. Чи розуміють французи про те, що ймовірно, що якщо повалять Україну, якщо захоплять Україну, що наступний крок буде Європа? Да, да, они понимают об этом, я думаю, тоже вот просят, я вижу, я просто смотрю вот все эти, ну скажем, социальные, да, резо, и где просят закрыть небо на Украине для того, чтобы Россия не бомбила. Это действительно актуальный, очень-очень больной вопрос, и когда погибают дети, да все, вообще просто люди погибают. Вот. Ну вот, скажем так, это очень сложно сделать, потому что, так как мы имеем дело с сумасшедшим человеком, все боятся, что в следующем этапе это будет нажатие какую-то кнопку, да, там, если она существует, я не знаю, и просто начнется обмен ядерными боеголовками, что приведет просто к концу вообще всего человечества существования. Олечка, будем сподеваться, вот, что этого не станется. Этого не будет. Поэтому этого не станется. Просто скажите кілька слів побажань і слова підтримки для наших жителів Кропивницької і Кровоградщини. Я хочу, щоб... Я вас всіх дуже люблю, українців. І я горжусь, що ви такі сильні на місці. Вот. И то, что вы солидарны настолько, что это пример для подражания для всего мира, я так думаю, что это редкость. Никто даже, ну, как бы подумать, ну даже как бы в мыслях. Это просто очень, ну, как бы,
это здорово, держитесь, вам весь мир помогает. И я так думаю, что Бог, вот знаете, есть заповеди Бога «не убий». А вот Россия эту заповедь, она ее нарушила, и поэтому будет наказана очень сильно. А Бог будет все равно с Украиной, с нашими ребятами, которые защищают нашу страну, с детьми, которые, я думаю, вернутся в их дома. И я думаю, что это все закончится, и что у людей будет, будет возможность смотреть, как расцветают деревья, и как теплеет, и как вот, и пусть Украина будет солнечная, такой, как на ее флаге. Вот, и пусть у нас растет пшеница, будет хлеб. Вот, и все будут живы и здоровы. Я надеюсь, все будет хорошо. И слава Украине, нашим защитникам, и Украина будет. Героям слава. Олечка, дякую величезно за вашу підтримку. Дякую всій Франції за цю підтримку і ці теплі слова. Дякую величезно за розмову. Спасибо вам. Всього доброго.